Всем привет! Вы на канале Industrial Tools. Меня зовут Андрей, и сегодня у нас на обзоре будет высоторез от компании Daily. Часто на своих участках люди сталкиваются с проблемой обрезки деревьев, высоких деревьев, когда нужна стремянка, либо заказывать вышку. Но существуют такие устройства, как высоторезы, с помощью которых можно спокойно, без стремянки, с земли обрезать ветки небольшие. Ну, может быть и большие. Здесь вот я смотрю, есть и пила. Высоторезы бывают аккумуляторные и просто ручные, например, как в моем случае. Сюда не нужен ни аккумулятор, ничего. Сюда нужна только ваша физическая сила, усердие и труд. Давайте рассмотрим его поближе. Поставляется верхняя часть, идет в блистере вот таком. Здесь написано Daily Extendable Poly Saw and Pruner. Модель DL580-512. Ну, из особенностей, не знаю, тут указано, что есть ролики, 4 ролика, и 235, это минимальная его высота, и 410 максимальная, то есть высота спила веток 4 метра. Внутри у нас находится вот такой секатор, и отдельно еще можно прицепить вот такую пилу. Работает это дело все просто, видите, здесь нож секатора, как на аккумуляторном, даже на нем написано название компании Daily. Есть вот такая веревочка, которая откручивается, и внизу вы за нее тянете, и вот так примерно он отсекает ветки. Для того, чтобы прицепить пилу, здесь есть барашек и две направляющие. И специальное отверстие. Давайте открутим барашек. Под барашком идет гровер. Вставляем нашу пилку и закручиваем. То есть ветки, которые потоньше, мы рубим секатором, а которые потолще, мы пилим. Ну вот. Как-то так. Получается длинная такая пила. Давайте размотаю веревку и попробуем это на деревьях. Значит, штанга в сложенном состоянии сейчас находится. Это вот такое расстояние. И здесь есть ручка. А вот ослабили. И можно доставать на любое вам расстояние до 4 метров. И вот у нас получается вот такая приличная высота. Ладно, давайте пока сложим и попробуем внизу отпилить ветки. Единственный есть вот такой минус: если вы в сложенном состоянии, то веревка, видите, если размотана полностью, ее нужно как-то смотать или что-то такое, либо вот за край дергать. Ну да ладно, давайте какую-нибудь выберем потоньше веточку, я вот вижу, для пробы, так сказать. Крюком зацепляем и раз. Блин, отлично. Повыше давай. Крючком зацепил. Зацепил. Зацепился. Раз. О, блин, вообще тема. Еще. Блин, там пила мешает. Давайте попробуем пилой. Пилой как-то неудобненько. Пилой надо будет попробовать другую какую-нибудь ветку, вот, например, вот. Дерево шатается. Не катит. Сюда пойдет и секатором, мне кажется. О, в натуре. Секаторы такие толстые, фигачат. Офигеть. Ну и давайте сейчас повыше что-нибудь.
исполнил. Вон фиг знает где. Высота. Зацепили. И раз. Опа. И оператора убило. Блин, это офигенская штука. Не ожидал я. Так, сейчас под корешок. С пилой, правда, пока непонятно. С пилой надо потолще ветки. Блин. Ну ладно, человек, походу. Короче, я, наверное, понял. Рекомендация моя такая. Нужно, мне кажется, нужно снять пилу. Сначала секатором все ветки поубирать лишние. И попробуем отпилить вот толстая ветка. Ну, на сложенном. На сложенной штанге. Пилить, конечно, не так приятно, как секатором резать. Ну, можно. Тут, конечно, лучше бы была цепная пила на аккумуляторе. Вот уходи. Все, отпилили. Ну вот как-то так это и работает. Интересная вещь. Кому понравилось данное видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. Ссылка на эту штуку будет в описании.